Здравствуйте, это Кубань, река, вот там она расположена у нас. И это Тиховские поминовения, день памяти подвига Льва Тиховского с казаками. И после официальной части панихиды проводятся различные мероприятия. Вот показательное выступление спортсменов конного спорта. Наталья Адрианова закончила прохождение маршрута за 57,6 секунды, набрав 15. Ух ты, как он копытом сейчас. А, он просто от мошек таким образом спасается. Ну а тут пункты развернулись общественного питания, шашлыки жарят, там вот какие-то еще состязания, сейчас мы подойдем и посмотрим. Песни поют. Странно, конечно, день поминовения и песни. Я тоже об этом сейчас размышляю и прихожу к выводу, что все-таки праздников таких всенародных у нас не так много. Вот. Чаще все связано с днями памяти, и поэтому вот, ну, люди вот так выражают свои чувства. Панорамку делаю. А вон дома заеду. Ага. Атаман кубанского войска Далуда обходит Курени. И я тут вовремя. Ну, понятно, в каждом Курене атамана стараются получше встретить, угостить. Ну, я не буду, не люблю снимать застолья, заглядывать людям в рот. Заглянем просто вот в такие вот, что тут вообще делают. Тут и священник. Так, тут уже спели. Фотографируются на память. Здесь
первый заместитель атамана и атамана Анапского районного казачьего общества. Вы попали. Нам надо интервью дать. Да. Лучшим атаманом страны. А как ее не увидел? А это вы свой курин сделали? Видим съемочную группу «Россия», «Кубань». Тут вот такая стилизованная печь. Здесь тоже палатка, угощения. Там даже исторические фотографии интересные. Да, старые фотографии. Утварь, фотосессии, гармонь. Ну, флаг. Тоже у каждого района имеется свой флаг. Плетни. А вот здесь вот мастер-класс дает кузнец. Не, не у нас, он пахнет. Борода такая. Пахнет углем. Так. А там вот выложены как раз продукция кузнечного дела. Клинки, ножи. Ух, как пахнет углем, дымом. Не потеряются они. А, что я делаю? Лапуна сейчас. Нитье у них это хорошее заказ. Это самое. Лапуна сам потихоньку начинает лить. Там небольшие пряжечки. В основном. В основном, если надо покупать, да, давай, один. Мороженое, и тут, естественно, много детей. А там у нас. Тут будут какие-то состязания по рубке. А, уже они прошли. А, рубили, вот видно, я вижу, что здесь порубленные бутылки. Обычно бутылки с водой рубят. Там сарапником, это такой длинный кнут, тоже используется как оружие. Так, ну тут все уже кончилось. Тут тоже торговля. Соленья, помидорчики, капустка. Ну и Кубань, я уже показывал в первом своем сюжете. Хотелось бы снять, как работает кузнец. И опять капает ивы.
прямо капельки воды. Вот у меня на фуражке прямо висит капелька. На речку посмотрим. А мы уже смотрели. Я смотрю, это там. Да, приспособок, да. Ну да, да. Ну, в общем-то. А, у него электрический, да, это да, там да. Нагнетает. Ух ты, да, я только сейчас заметил. А это кусок там ставит. Прожжет, а да? Стреляет. А, сливы? Вербы, да. Это верба. Да. Ну да. Капает. Ну это роса, да, типа, вода, не какой-то не сок, да? Хотел посмотреть там рубку, но рубку уже, по-моему, все, рубка закончилась. Порубленная там. Там вот прямо, вот, прямо. Там ну да, так, его приход. Да. Ну-ка, сейчас как это проходит все. А. Горно, еще раз говорю, Данила. Ну, собственно, вот, друзья, так проходят народные гуляния здесь вот в этот день. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте значок колокольчик и смотрите мои видео по конечным заставкам. Я уже неоднократно снимал казачьи мероприятия, и вы их можете посмотреть, как они проходят во всех красках. Всего доброго, до следующих встреч!